Со следующего года новые регионы планируют подключить к всероссийской программе «Пушкинская карта». С ее помощью ребята от 14 до 22 лет смогут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5000 рублей в год. В прошлом году к программе подключились кинотеатры. Сейчас их в Донбассе 22, а к концу года их количество планируют увеличить до 51. Кроме того, в этом году около 10 тысяч детей из новых регионов познакомятся с страной. Для них Министерство культуры России организует поездки в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Тула и Калуга.